я ж вас не знімаю. І ви оберіть. У нас же камера знімає. Разрешена, кстати, камера к использованию. Разрешена ли эта камера к использованию? А кем? А какая модель этой камеры? Samsung. Есть разрешение на эту камеру? Этого прибора. Вот этого. На вашем автомобиле. Можете прокомментировать мне? Что вам прокомментировать? Законность установки вот этого прибора. Как он называется? Какой прибор? Вот этот. Это мигалка. Вот этот. Что? Вот этот вот прибор. А разрешение у вас есть? Что? Документы на эту видеокамеру? Что значит какое? Нет, объясните. Я объясняю вам, смотрите, я вам объясняю. Если вы пользуетесь радаром, вам его кто дает, этот радар? Вот, я с вами согласен. Ну, а этот прибор кто вам выдал? Роман, фамилия моя или Капол? Нет, отчество вам выдал. Да просто Роман. Роман, послушайте, радар это измерительный прибор, который проходит сертификацию. Правильно? Да, а видео ваше видеокамера не является, подождите, еще раз повторяю, видеокамера не является измерительным прибором. А вы уверены, что там есть такая сноска на именно на измерительность приборов? Я же еще раз вам объясняю. Видеокамера не является измерительным прибором, поэтому она сертификат не проходит. Ну вы уверены в этом? То есть акцент ставится на измерительности прибора. Если он измерительный, значит должен быть сертифицирован, конечно. Правильно? А то если самое, вы, подождите, а рулетка, это измерительный? Измерительный, конечно. То есть она должна быть сертифицирована? Конечно, да. Обязательно, в обязательном порядке. А камера не нужна? Что-что? Камера вам не нужна. Она же не является измерительным прибором. Я, смотрите, я вам не хочу грубить. А нет, послушайте, Роман, вот раньше были, потом их отменили сертификаты. У нас были сертификаты на все видеокамеры. Ну вы только что россиянам доказывали те правонарушения? Что-что? Вы россиянам доказывали только что нарушение? Я объяснял правонарушение и предупреждал человека. Вы закончили это просто объяснением. Протокол не составлялся. Давайте, давайте мы догоним машину. Инспектор, дайте я вам пожму руку. Давайте. От лица этих российских граждан я вам жму руку. Давайте, подъем, за то, что вы ему просто предупредили. Мы объясним, что так ездить нельзя. Вот, вот это я, честно говоря, поддерживаю, рассказываю почему. Потому вы что не поймите, у нас что ГАИ послушайте меня, в последнее время... Это не робот, правильно? Это тоже человек. Нет, вы заслушайте инспектор не обязан вот именно вот так вот каждого рубить, правильно? Карать. Ну. То есть вы не карательный есть, орган. Есть предупреждение. Да, да, с этим надо бороться, но только есть методы. Либо беседа. Профилактическая беседа, человек объясняет, как нужно проехать перекрестки. И да, мое мнение, что даже от беседы смысла будет больше. Человек вас запомнит. И не будет потом обижен на то, что он посетил нашу Украину, увидел наши ГАИ и чем-то его обидели. Вы слышали обращение министра, нет? Нет, последнее, прокомментируйте. 3 метра на видеосъемку я снимаю. Вы близко стою? Ну правильно или нет? Я не слышал этого. Ну вот видите. Ну, кстати, ваши министры много комментируют, в том числе Резников, а потом на следующий день делают уже публичные извинения, рассказывают, что не факт того, что он прокомментировал сегодня 3 метра, а завтра он публично извинится за свои комментарии. У вас еще есть какие-нибудь вопросы? Нет, больше. Я, кстати, был удовлетворен тем, что россиян отпустили, предупредил их, а не оштрафовал. Большое вам спасибо. Кстати, вас как зовут по имени и отчеству? Михаил Николаевич. А вас как? Привет, ну, приятно было познакомиться. До свидания вам. До свидания.